Ребята, всем доброе утро. Мы сейчас едем на завтрак. Ты сказала на обед. А мы едем на завтрак вообще-то только. Ой, мы куда-то вверх поехали опять. Нам нужно вначале зайти еще записаться на экскурсию, иначе мы ее профукаем, а я все-таки хочу на экскурсию. Пришли сейчас на завтрак. Сегодня у нас зефир, печенюшки из сладкого и еще вот такое печенье. Вода с лимоном, сок яблочный, морс клюквенный, вода негазированная, шампусик. Ой, как-то по-деревенски, тыква. Что тыкву захотели? Мама набирает тыкву. Картошка, фрикадельки. Ну, все понятно, все понятно. С тобой неинтересно. Сосиски, запеканка, яйца. Сегодня просто прекрасная погода, градусов, наверное, 30. Я сижу в коротком топике, в пиджаке, достаточно в тонком, и в шортах. И мне реально жарко, очень-очень жарко. Когда пойдем на экскурсию, мы, кстати, на нее уже записались, когда пойдем на экскурсию, я все-таки сделаю хвост, потому что с распущенными волосами жарко очень. Так, ну, а я взяла картошку и ножку, картошку и ножку, и вода с лимоном, а мама взяла тыкву, запеканку с разными джемами, сметана, яблоко. Сейчас пошла еще взять себе кофе. Я не успела, кстати, еще накраситься, монтировала влог получился очень длинный, но я не стала его сжимать, не стала его разделять, вот какой есть, такой есть, 30 минут влог, так что смотрите. Он реально очень-очень интересный. Думаю, сегодня тоже будет очень интересный день, насыщенный, так как сегодня у нас, сейчас мы пойдем на деловую встречу в Миллениум, потом у нас деловая встреча с 10 до 12, потом у нас есть перерыв 3 часа и экскурсия с 3 до 5:30, и потом в 6 у нас выселение и в 8 у нас поезд, и мы едем обратно. Вот такой вот у нас мини-отпуск с ними. Ой, блин. Что? Распалось все. Мама предлагает все заново начать. Как будто бы мы только приехали. А можно мы как будто только приехали все заново? Блин, нам так понравилось. Да, правда. Просто вообще офигенно. Я не хочу уезжать. А мы сегодня уезжаем уже вечером. Хотя у нас... Но у нас сейчас еще экскурсия, еще встречи, да. У нас еще куча мероприятий интересных. Ой. Ой. Какой отель классный. Так все организовано, вообще все это мероприятие, это вообще настолько безумно. Прям благодарна. Всем-всем-всем. Всем-всем-всем, кто способствовал этому дню, этому мероприятию, это безумно вообще классно, вот просто суперски. Все, погнали. Мы немножко прибрались, так, чуть-чуть-очко. Чуть-чуть-очко. Вот. Мы уже собрали чемоданы, вещи. Фигонечко теплая, но мы сейчас уберем. Да, и все, и выезжаем. Ой, не, мы еще не выезжаем, подождите. Нет, ну, мы просто собрали, чтобы... Просто потому что потом время у нас прям расписано будет дальше по минутам. И чтобы не тратить на это время, мы собрались сейчас. У нас еще очень интересная экскурсия по Ярославлю. Да. Мы поедем на набережную, и говорят, набережная очень-очень красивая, и мы с Ликой любим такие места. Конечно, мы очень-очень рады и ждем экскурсию. Да. А я хотела вам показать свой лук. Подожди, еще не показала. Шортики, пиджачок, топик и поверх пиджака ремень. И сегодня возьму... Ой, а ты не застегнула. Убрала, да, я убрала эту сумку и возьму с собой еще сумку Пинка. Всем привет, Ярославлю, всем привет. Город да. Офигенный. Очень мы классный. Еще не знаем, мы еще не видели. Ну, уже вчера еще были первые впечатления. Ну да, такое солнечное, нам сейчас погода повезло. Прям вообще просто солнечный, офигенно. Плюс 30 у нас сегодня и прям вообще классно. То ли это у нас такое позитивное настроение, что прям... Все, погнали. Едем сейчас на нулевой этаж. Закрой дверь, а то он не поедет только. И идем в Миллениум. Там сейчас будет деловая встреча. Не помню, чему посвящена. Ну, короче, какая-то деловая встреча. Идем туда сейчас. Сейчас здесь пофоткались. Вчера просто не подойти к этому стенду было. Толпы стояли.
Все хотели фоткаться. А сейчас уже пусто. И никого здесь нет. Можно спокойно пофоткаться. Так, пойдем, нам на четвертую. Может, на лифте? Я сегодня каблуков, поэтому я могу ходить пешком. А, поэтому мы идем пешком, да? Да. Надо было тебе каблуки одевать. Пойдем на лифт. Смотрите, вот как раз лифт. Там 10 восход, а это у меня. Нет, там много людей. Мы сейчас выберем момент, когда не... Нашли какой-то универсальный зал. Здесь тоже фуршет. Водичка, сладости разные. Вот ты хотела вот возьми бутылку. Бутерброды, пирожки разные. Но я есть сейчас вообще не хочу. Я сейчас не хочу, но давай мы лучше оттуда спустим с этой. Будем их не тратить. Ну вот возьми бочку. Бочку. Вчера мы... Почему? Вчера мы по этой дорожке шли. Ой, сток сделала. Такие дела вы не шли вчера. А сейчас идем в других нарядах. Мы можем заново пройти. А мы вот идем по красной дорожке. Добрый два. Ника, давай ты иди вперед, такая типа. Вот отсюда мы выходили. Иди, мама, мам, ты с ума сходишь? Все, я не могу так. Нет. Давай. Я туда пройду. Давай. Ну потом наложишь звук. Нет, давай на меня, на мой. Еще и на твой? Давай. Давай. Давай, объявляй сама себе. А сейчас на красную дорожку. Ката. Ты думаешь, тебя слышат? А? Ты думаешь, тебя слышат тут? Нет. И тут такие говорят, а сейчас выходит Sweet Family. И мы такие, о-о-о. Нет, ты так не делала. Конечно, нет, я вчера капец, я как в сказке. Мама сказала, ну надо салат поесть, ну что, зря готовили, что ли, нам салат. Ну мы с Ликой с собой кушать не хотим, мы... Морс взяли. Морс, взяли. И салат. А второе, первое блюдо мы не будем брать. Да, ну тут уже изначально как бы для всех гостей... Все оплачено? Салатики, да, вот стоят. И уже ты выбираешь блюдо, но мы если как кушать не будем, салатик. Только салатик, да. Делаете, да? А, нужно придумать ту неправильность, которая потом сакцентирует внимание на какой-то правильности. Вот, вот это то, третье происходит. Я говорю, думаю, ух ты, интересно, как зал отреагирует. Смотрю, зал все принял. Почему? Потому что, безусловно, когда вот ты говоришь про смыслы, эти смыслы еще надо уметь правильно передать. А для того, чтобы их передать, нужно разбираться не просто в живописи, а понимать, как художник в своей живописи воздействует на эмоции авторский человека. Авторский контент, отношениях о семье и так далее. И в отличие от семьи Сидельников, у нас контент основанный на... современным, скажем так, обществе, на современных моментах, которые, да, на отношениях, на... Это на средства ярославского купца Алексея Зубчининова. Это не совсем типичный ярославский храм. Я обращаю ваше внимание вот на это оранжевое протяженное здание. Это первый корпус постройка 17. Мы такие тут с мамой сидим, салфеточкой. Очень жарко сегодня, прям супер жарко.
Многие решили на этой остановке остановиться. Ну, вам все повыхают и сами гуляют идут. Так мы тоже все гуляли, уже зашли. Нет, вон, очень многие выходят и продолжают гулять. Нет, экскурсовод вот ждет, она сказала, заходим все в авто. Многие пошли гулять, она еще говорит, нас меньше стало. Пошли многие гулять сами. Если в целом посмотреть на этот храм, он напоминает большой корабль. Вот символ корабля веры является одним из древнейших в христианском мире. Это река Петрес. Она берет свое начало из озера Мара, Ростова-Великого. И вот в этом месте впадает в Волгу. В этом месте впадение Петрес в Волгу. Короче, должен был быть здесь 41 человек. Ой, 21. Но здесь сидим только мы с мамой. Ну, сейчас еще три женщины подойдут. Это на этом все. Заказали автобус, но все решили ехать своим ходом. Оказывается, вот еще люди собираются, подтягиваются. Мама говорит, а ты ворчала, как бабуля. Еда. Успели, мама переживала. Завтрак для вагона. Это, кстати, на завтрак у нас стоит. Тапочки. Такие вот, смотрите, тапочки. РЖД. И еще даже какой-то на всех парах журнал. А простынка-то с дыркой? А у меня наволочка была в тот раз дырка, ничего страшного. Так это же фирменный. Телефон уже поставили на зарядку, потому что у нас все садится. Это же фирменный. Интересно, папа, что здесь на завтрак? Слушай, блин, дырка только поела. Ну, мне просто интересно. Ладно, потом посмотрим. Открыла я, в общем, такую вот коробку, завтрак. Здесь, потому что написано, уважаем пассажиры, состав рациона питания, завтрак для вагона. Ой, ужин. Нет, это просто, а может ужин. Короче, пюрешка вот такая, без сахара. Ну, надо посмотреть. Банан. Ну да, водичка. Питьевой пюре. Зефир. Питьевой. Ванильный. И вилка с ложкой. О, я доширак буду, короче, есть. Вилка специально с сахаром, пюрешка. Да ладно, я доширак много буду есть. Наела. И жвачка. За эти дни. Буду продолжать доедать. Сказали, что у нас еще завтрак. Вот вы завтрак. Нет, нам сказали, что у нас еще блины или запеканка. Да? Мама говорит, что тебе ничего не положено. Все, диета. А я говорю, ну как это не положено, если положено? А еще сказали, что можно выбрать или завтрак, или ужин. Я такая сижу, думаю, а если то и то? Или диета. Но у меня есть доширак, поэтому я съем доширак вначале. На у меня еще пюре, я даже не собираюсь. А на завтрак, в принципе, мне на самом деле для коробочки достаточно, поэтому вряд ли что-то буду еще. Так что не переживай. Так, я буду сейчас есть вот такой вот батончик вишни кешью и киткат. А это ватрушка. Это ватрушка. Так все, только третья. Вот, пожалуйста. Так все, только третья. Мам, это твоя ватрушка, ты ее брала себе, я свою съела. Понимаете? Блин, так все, только третья. Ну все. Ну творог уже все испортился. Так написано, что третья, давай вернем. Скажи нам бракованную продавай. Творожную запеканку и джем абрикос. Давайте откроем, посмотрим, как она выглядит. Да, можно было выбрать блинчики или запеканку. Ой, выглядит аппетитно. Надо сейчас есть, пока тепленько. Да. Его разогрели уже. Та-данц. Такая вот запеканка. Очень даже аппетитная, с изюмом. Я знаю, что многие не любят изюм, а я очень люблю. Особенно запеканку. Нет, спасибо. Мы покушали их. У меня в садике. Да, у меня в садике была точно такая запеканка. Кому что? Кому отель, кому садик? Я обожаю на завтрак запеканку. Мы хотели вообще на завтрак, это можно было на завтрак. Нам сказали, что я могу не успеть. Возьмите, пожалуйста, сейчас.
Да у нас есть вот.